Храм Медвежанский был построен в 1893 году. Ну и как все практически храмы России и ну, постсоветского пространства были коммунистами, значит, превращены то ли в зернохранилище, то ли в химхранилище, то ли, ну, в общем, использовались не по назначению. И этот храм претерпел то же самое. Он был клубом, и было тут и зернохранилище, и потом клуб. И когда его передали уже церкви, вот, это было, я точно не знаю, в каком году, потому что здесь служил отец Сергий. Я здесь служу с 2015 года, с января месяца. Вот. Конечно, зрелище было ужасное. Зеленые, сине-зеленые такие грязного цвета были панели. Вот они, видите, сейчас они беленьким, белой краской, чтобы не пасть, не мазаться, мы покрасили. Вот, закрасили. Было отопление здесь из радиаторов, из расколотых, которые размерзлись. Вот, трубы и прочее. В общем, это все нам в 2015 году, милостью Божией, один из ну, вообще-то торговавших на рынке, вот Ярослав там есть такой, он предложил мне, говорит, снимайте все, говорит, церкви, все иконы, все. Я, говорит, привезу материалы и своими усилиями сделаем ремонт. Мы срезали вот это все, то, что было здесь, все это железо. Вот, покрасили, побелили весь храм. Вот, эта высота в среднем получается здесь вот это место 4 метра. И это самое место, где сам храм перед алтарем 5 метров высота. Конечно, было сложно это делать, но люди умеют все. Вот. Сделали ремонт и развесили иконочки, поставили для отопления буллериан большой, который тоже когда-то пожертвовал храму. Вот он стоит, наше тепло сейчас вот в том углу. И слава Богу, уже 3 зимы мы перезимовали. Вот. И храм, как видите, у нас значит, был перекрашен иконостас. Немножечко по-другому он был другой. Вот эти пилястрочки все были белые. Как это пенопласт, из пенопласта, они были просто белые, как есть пенопласт. Мы подолки покрасили. Вот, значит, сам этот цвет изменили. Вот сделали по просьбе, это уже Ярослава, он сюда нам сделал. И вот это все ткани, все это весь такая Богородичная, то есть угол Богородичный. Вот. Здесь, собственно говоря, посередине это киот, сделан, собственно говоря, своими руками, потому что ну, у меня есть просто станок с числовым программным управлением, которым я вырезал вот этот вот киот, и он как раз украшает вот, эту, вот этот угол Богородичный. Здесь также было все, вот, ну, конечно, было зрелище ужасное с этими зелеными панелями, еще раз повторюсь, совсем. Ну, сейчас все развешено, иконы. Хотя, конечно, уже прошло время, уже 18-й год, уже новый ремонт надо делать, потому что вот протекло там у нас, крыша протекала, шифер отодвинулся, и там была просто большая щель, протекала. Вот от температуры там, значит, потрескалась, мы заделали, что здесь заштукатурили. Там вот местами, вот вверху появляются трещины, вот там трещины появляются. Почему? Потому что храм же затапливается практически раз в неделю. То есть в субботу мы затапливаем с утра раньше, держим температуру до воскресенья, до литургии, после литургии практически приключаем вот, отопление. Тут стены метровой толщины с камня. Конечно, храм такой мощный, именно построен, как это делалось раньше. Единственное, что, конечно, стекла в одно стекло тоже тепла сильно не держит. Вот, поэтому и
получается, что идут вот эти вот все трещины, что начинается как бы движение, все равно камня есть, то расширяется, то сужается. Естественно, периодически должны быть приложены руки. То есть периодически мы должны делать ремонт здесь. Значит, ну мы потом посмотрим снаружи храм. Над алтарем, над этой частью, которая с алтарной, тогда еще ДТЭК, сейчас светлоуголь, значит, поменяли нам крышу, 35 шиферин положили там и сделали, слава Богу, очень хорошо. Вот. И я думаю, ну единственное, что перед этим там затекало, подтекало, часть карниза обвалилась. В общем-то тоже снаружи требуется такой, может быть, даже не косметический, а хороший ремонт. Вот. То есть проштукатурить вот эти все карнизы поверху, пилястрочки, все, то есть привести весь храм в порядок. Но, естественно, я так шутил, можно сказать. Ну, шутка, конечно, страшная, что в Медвежанке мужики вымирающий вид. Потому что практически ходит вот один, сейчас один человек, то один, то два ходят. А до этого какое-то время, наверное, вообще было, что ни одного мужчины. И позвать, пригласить кого-то, вот найти, очень сложно, чтобы, допустим, для ремонта. В основном, даже у меня есть фотографии, где штукатурили практически снаружи, с лестницы штукатурили, подкрашивали, белили женщины. Вот. Дай Бог им здоровья. Вот. Но, как сейчас такое движение все-таки какое-то есть, что молодежь все-таки не задерживается здесь. И вот те, которые были молодые у нас, прихожане, которые штукатурили, помогали, все, кое-кто подразъехались. И нам, конечно, тяжело. С пожилыми людьми сделать ремонт, что-то здесь такое, очень сложно. Вот. И к тому же, городские храмы, там есть кому помогать. Там и финансово помогают, и людей как бы больше, все. А вот такие храмы, заслуживающие особого внимания, почему? Потому что это действительно храм старинный. Вот. В нем ощущается даже вот душой и телом благодать Божия. И в этом храме мы, из-за того, что у нас мизерные доходы вот, самого храма, мы не можем практически ничего сделать без посторонней помощи. И эта помощь, конечно, приходит Сухачев Андрей Валерьевич, мэр, помогает, председатель сельсовета, который вот напротив нашего храма, буквально сельсовет, тоже не остается в стороне, и когда людьми, когда чем-то, материалами какими-то, тоже помогает. Но эта помощь, конечно, для такого строения, для такого объема храма, вот этого всего, что здесь нужно, это получается очень мизерно. Вот. Поэтому как бы городские храмы помогают многое делать. Это вот такие храмы, которые находятся вдалеке от города, 18 километров от города. Благодать здесь особая, но помощи практически очень мало. Вот. Значит, с России, Каменска-Шахтинского, есть там такой Сергей Анатольевич, директор станкостроительного завода, он нам пожертвовал входную дверь. 3 метра 3,20 высотой, 2 метра шириной. Металлическая, мы ее сможем выйти посмотреть. Вот, конечно, она сейчас просто установлена, приварена, все, она стоит. Остается только вот само помещение уже довести, сам вход довести до ума, то есть поштукатурить, разбить вот эту потолок, который был там сделанный, то есть пол кинобудки и потолок получается этого входа. Он там совершенно неуместен. И проштукатурить, сделать полы плиткой, сделать вход как положено, чтобы мы смогли входить со стороны действительно западной стороны, как это положено. Здесь сейчас у нас мы, это опять же помощь генерального директора Романова
Николаевича, простите, вот, на фамилию у меня память такая, что не сразу вспомню. Теперешний генеральный директор Свердлов Угля, он нам привез вот дров, потому что бурьян топится только дровами. И вот эта вот дверь, ну, снаружи, конечно, ее, она достаточно виднее, вот, лучше видно ее. Вот эта дверь, которую пожертвовали нам в Каменце Шахтинска. Вот это помещение надо привести в порядок. То есть, как я говорил, поштукатурить, полы сделать, вот этот потолок убрать, потому что здесь высота большая, тоже где-то получается порядка 4 метров должна быть. Вот, потому что 3,20 вот эти вот ворота, вот эти наши, входная дверь. Вот, поэтому вот тоже здесь нужны и руки, и средства. Чего как раз и не хватает, потому что, собственно говоря, уже и возраст, все-таки 64 года, и я как-то все своими руками, а, конечно, в таком возрасте и с таким здоровьем сложно сделать что-то, чего-то много. Конечно, требуется помощь, а так служба здесь ведется регулярно. В субботу мы всеночное бдение, это, как правило, идет. В воскресенье, значит, воскресная божественная литургия. И если праздники, вот на этой седмице, на следующей, с понедельника, будет в среду, Сретение Господне, праздник обязательно будет. Приглашаем мы в это уроки ОПК в школе. Мы не проводим скучно за партой, мы приводим сюда всех, учителя приводят сюда всех школьников. У меня даже фотографии есть, когда вот они были. Приводят школьников, и я самбона проповедую, проповедь человеку о празднике, что он обозначает. Вот они были на Николая, и мы, значит, я им объяснил и рассказал, что такое Санта-Клаус, и чем это страшно, когда святого человека превращают в какого-то, ну, шута какого-то непонятного. Санта-Клаус — это переводится «Святой Николай», да? Санта — это святой, Клаус — Николай, да? Святой Николай, и вдруг вот это вот мешок с подарками, вот этот вот круглый нос, там щеки какие-то непонятные, это страшно. И я детям объяснил о том, что самый, можно сказать, очень большой постник, молитвенник, и вдруг из него сделали какого-то шута. И это все здесь, в Самбоне, в Детворе, рассказывается, суть праздника. Вот сейчас будет Сретение Господня. Кто-то там считает, что это встреча зимы с весной, там, или там кого-то с кем-то. Сретение это, опять же, будут приглашены сюда дети, и мы обязательно объясним им, что это встреча с Богом, Сретение Господне. То есть мы встречаемся с Богом. В 40-й день Господь приводится в храм, чтобы показать его Господу. Господь приходит к своему Отцу в храм, значит, для того, чтобы засвидетельствовать, что это истинный Бог. Вот. И, ну что, руки и средства. Остальное, молитва, слава Богу, идет. И, ну, как бы такая помощь-то, конечно, помогает люди по возможности, по мере сил. Ну, желательно, конечно, чтобы обратили внимание особой общественности, чтобы обратила внимание на вот этот замечательный храм. Покров Божьей Матери, который покрывается своим амфором, Божья Матерь покрывает своим амфором вот это все село. И не только это, ведь любой престол, который стоит за вот этой, за царскими вратами, престол — это точка соединения неба и земли. В этом месте спускается на землю сам Господь, вот на престол Божий. И в каждое воскресенье и плюс праздники какие-то мы обязательно, значит, встречаемся с Господом. И теперь мы можем посмотреть снаружи, вот, и ту входную дверь, и те раны этого великолепного храма, которые, конечно, надо залечить. Над алтарем, да? Здесь, значит, 35 листов шифера, и бригада работала, по-моему, дня 3
сделали, замечательно сделали. Просто крышу сделали бесподобно. Вот. Как раз на мой век, это больше хватит. А вот такие подтекало, когда не было тут шифера, подтекало, и видите, вот часть карниза обвалилась. Вот. Да и потом смотрите, значит, и нижняя вот эта вот цоколь, где-то надо вот. Девчата дотянулись вот до туда, а там видите, уже под этим под карнизом не дотянулись с покраской, потому что, ну представьте, это же надо леса и хорошо делать все. А каждый год, допустим, вот мы к празднику своему престольному побелили храм, а он уже пожелтел, уже звездка смылась, и надо что-то такое, конечно, сделать хорошее, чтобы надольше хватило. Вот. И, естественно, ну как, ну нужно что? Нужно леса, нужно рабочие. Вот. Если Бог даст, конечно, Роман Владимирович будет и дальше нам помогать, где-то что-то, конечно, поможет. Тут дверь разрушилась, развалилась совершенно входная дверь, это у нас как бы боковая такая дверь хозяйственная, вот, пока она, то есть основной вход, вот, разрушилась, ее установить и сделать, конечно, очень сложно в нашем положении, потому что она стоит где-то порядка 4-5 месяцев нашего дохода. Вот, если мы ничего не будем покупать, батюшка будет без зарплат, там без всего, значит, тогда только мы можем эту дверь купить. Либо, когда добрые люди могут, хотя Роман Владимирович обещал нам помочь с этим, так что мы ждем, вполне возможно, что с дверью с этой будет решено. Вот пройдемте сейчас как раз туда на главный вход, где он... Вот эту дверь... Высотой 3,20, ширина 2 метра. Металл здесь, по-моему, тройка даже. А вот этот вот кресты и вот эти украшения вырезаны из сплошного металла, плазменной резкой. Вот. Ну, завод, конечно, солидный, делает станки с числовым программным управлением. Вот милостиво, значит, руководитель этого завода Сергей Анатольевич, значит, нам... вот эту дверь нам сделали. Конечно, мы ее только успели по осени вставить, приварить. Вот, но пока здесь у нас щели, все это надо заделывать. Значит, хотелось бы из пенопласта здесь сделать вот такой обвод вокруг них. Ну как, трехъярусный такой. И сверху поликарбонатный навесик такой небольшой, чтобы не заливалось, чтобы они... эти двери. Да и вообще полностью надо косметический тут ремонт, как говорится, делать. Вот. Крыльцо. Роман Владимирович заметил по фотографии, которую ему показывал, что, говорит, да, крыльцо, говорит, в аварийном состоянии, его тоже надо делать. Да, в общем-то, собственно говоря, тут куда ни глянешь, везде нужны руки. Везде нужны какие-то средства, какое-то что-то, чтобы, как говорится, делать. Вот. И поэтому, собственно говоря, наш приход, наши бабушки, собственно говоря, то, кто в основном у нас молиться Богу, это дело мужчин. Первый священник был Адам, которого сам Господь научил, как заколоть агнца и сделать жертву. Вот. И мы знаем по Евангелию, что родовые роды считались всегда по мужчине. Поэтому и до 19 века, собственно говоря, женщина была гостьей. В основном все делали мужчины, и убирались, и топили, и варили кашу, и борщ, все делали сами, и пели на клиросе. И только когда появилось такое протестное пение, когда, ну, дисканты, то есть мальчики до мутации голоса не могли исполнить такие партии, тогда начинали приглашать женщин на клиросе, и вот постепенно получилось так, что женщины стали главными в храме. Помогите нам каким-то образом вот этот вот храм привести в надлежащий вид, чтобы он не утратил свою красоту, что может быть даже вот это вот, что пристроили коммунисты, когда-то вот это испортив храм, может быть это разломать и сделать его, как он был, без вот этих пристроек. Купол здесь тоже был не такой. Была колокольня, высокая, хорошая, красивая колокольня с колоколами и с колокольным звоном. Все это было вот, утрачено в годы лихолетий вот этих всех. И сейчас самое бы время нам
приложить и руки, приложить какие-то наши, там, кто может финансы, кто может какую-то просто материальную, нематериальную, допустим, помощь какими-то, вот как, собственно говоря, этот Ярослав, который нам привез известь, привез краску, привез там этот самый, ну, песок, и мы смогли вот как-то сделать этот ремонт в 15-м году. Дай Бог, чтобы мы могли сделать вот это все, и может быть вот сейчас в 18-м году. Вот. Поэтому, ну что, помогите нам. Это у нас трапезная. Здесь мы вот после, когда помолимся, допустим, на престольном празднике, вот здесь людей кормим, там у нас кухня, где готовится вот по домам, поэтому потом здесь это все там как-то разогревается, как-то это раскладывается, подается. Мы устраивали после праздника обед. Значит, в 15-м году, да, Маша? В 15-м же году на Покров был у нас владыка, да, когда, как раз когда мы сделали ремонт, то, как он еще отметил, сам вон, говорит, еще пахнет краской, и видно, что приложены руки. Вот, был у нас Сухачев Андрей Валерьевич, значит, был как раз вот на этом празднике, был владыка, отметил он, что вот, руки приложены, что за храмом следится, ну вот, конечно, опять нужны руки, опять нужны средства. Вот, и, конечно, молитва от владыки идет, помощь от Андрея Валерьевича периодически поступает, дай Бог ему здоровья. Вот. И потом от фонда, простите, фонда, от фонда Единства вот идет нам помощь. Ну, единственное, что, конечно, стараются как могут, но эта помощь, она для такого объема работы и прочего, она небольшая. И вот, конечно, хотелось бы, чтобы отнеслись люди повнимательнее к такому великолепному храму и помогли, значит, в его, чтобы в этом обслуживании этого храма.